Как сложилась судьба потомков известных купцов Вятки? Об этом смогут узнать все, кто посетит завтра библиотеку имени Герцена. Там пройдет встреча представителей известных вятских династий с исследователями. Это будет всероссийская, по официальному статусу, конференция, которая фактически станет международной. На нее приедет потомок знатных вятчан Александра Вакру, которая живет в Америке. К слову, в целом география проживания потомков купцов широкая, не только вся Россия, но и другие страны мира. Кроме США, это Грузия, Швеция, Австралия и другие. По словам организаторов, идея провести такую конференцию-встречу пришла давно. 20 лет назад, когда была презентована книга «Купечество Вятское», это была первая обобщающая работа о купеческих родах. Но 20 лет назад сделать это было невозможно, потому что купеческая тематика тогда только начинала разрабатываться. Но мы знаем, что в советские годы купцам было отношение как к некому такому темному царству. Вот. А начиная с 90-х годов начинается изучение истории купечества, истории вятского купечества.